Здравствуйте! Здравствуйте! Продайте пачку сигарет! А у нас нет сигарет, у нас только... Вот! Интересно! Ну ладно! Молодой человек! Но я могу вас угостить? Не кури, не вырастешь. Вот это точно. Давайте представим обычный пост ГАИ на выезде из Красноярска. Здравия желаю, сержант Ковалев. Привез полный набор для зимнего отдыха. Куда собрались? Дивногорск? Нет. Бобровый Лог? Нет. Совка? Нет. Серегеш? Нет. Красная Поляна? Нет. Урал? Нет. Кавказ? Нет. Пик коммунизма? Нет. Эльбрус? Нет. Казбек? Нет. Джомолунгма? Нет. Джомолунгма? На лыжах покататься? Нет. На санках? Нет. Снеговика слепить? Ну. Снеговика слепить на Джомолунгме? Что-то употребляете? Нет. Пьете? Нет. Такие родились? Ну. Такие родились, и сразу вас снеговика слепить на Джомолунгму. Ребята, ну оформляем вас? Нет. В смысле, не, ты так говоришь, что у тебя папа прокурор? Нет. Депутат? Нет. Император? Нет.